Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном лайфстайл-канале «Сладкий персик». Сегодня я вам покажу, как вкусно и необычно приготовить помидорки черри. Нам понадобятся помидорки черри, чеснок у меня сушеный, коричневый или белый сахар, соль, бальзамический уксус и оливковое масло. И сразу же готовим маринад. Наливаем в небольшую мисочку бальзамический уксус, оливковое масло, насыпаем гранулированный чеснок и сахар. Если у вас нет коричневого сахара, можно взять белый. Совсем немного солим и перемешиваем вилочкой. Теперь берем помидорки черри, они должны быть предварительно промыты и просушены, и заливаем их маринадом. Хорошенько перемешиваем, чтобы каждая помидорка была покрыта нашей глазурью. Берем форму для запекания, сбрызгиваем ее маслом, а обязательно оливковым, и выкладываем наши помидорки вместе с маринадом. Убираем в духовку, готовим примерно 20 минут. Температура при этом должна быть 180-190 градусов. Обычно с такими помидорками я готовлю самый простой и самый вкусный салат. Просто насыпаю в миску свежую зелень и выкладываю помидоры вместе с соусом. Получается, ну, очень вкусно. Это мой любимый салат для ужина. Обязательно попробуйте. Если хотите, такой салат еще можно сбрызнуть оливковым маслом. Вроде бы ничего сложного, самые простые ингредиенты, а как ярко и как вкусно. Такие помидорки можно подать в качестве гарнира или добавить в салат. Получится очень вкусно. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписаться на мой канал.